И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас поезд. Ребята, если кушаете и пьете, приятного аппетита. Димон, это значок означает пасхалку или что? Ну-ка, покажи-ка. Нет. А это в Half-Life означает, что тут нычка должна быть, представляешь? Ну, это не Half-Life. Ну, а нычка должна быть. Ого, я туда не хочу. Как-то дверь стрёмно, просто выйти с поезда, замечательно. Ого, еще одна нычка. Значит, что-то есть. А ну, давай на С подсвечим. Ой. Слышал, Димас, какие-то звуки были? Да. О, смотри, какой челик. Ну, я его где-то видел. Я его везде видел. О, джакузи, аккуратно скользкие ступеньки жопу отобьешь. Ребята, вы видели в поезде джакузи? Я видел. Вот сейчас только. Тоже только сейчас. А так нет. Прикольно. Откуда вода бежит там? Походу, дождь накапал там. Дождливая погода сегодня была, поэтому... Вот у нас получилось так. Джакузи. Я бы хотел бы в таком поезде отдыхать. Так, здесь у нас туалетная бумага, я себя обосрался. Слышал, Димас, тут еще какие-то звуки были. О, тут кнопки есть, Димончик. О, это банька? Да, данжа. Опасно, что данжа? Банька, да? А, эй! В смысле? А, Димон, я вспомнил, мне сюда. Чего? Че такое? Че за звук? А меня куда-то наверх поднимает, Димас, ты со мной? Это лифт, что ли? Да, это лифт, давай со мной. А я вышел как дурачок, испугался, что сейчас тебя сожгет. Я тоже боялся, что меня сожгет. Сожрет. Только я стал. Во, тут дискотечный клуб. Даже музычка есть. Нормально. Смотри. Это шар из этого Half-Life. Вау. Нифига себе, ты что, убийство было какое-то? Это уже начинает напрягать. Покушение на кого-то. Получается, мы возвращаемся назад просто по второму этажу, что ли? Ребята, карта 23 июня вышла, это свежак. Свежий овощ, как говорится. Так, здесь мы были? Не были. О, я в шкафу точно не был. Там даже сундуки какие-то есть. Привет, а я тебя знаю. Дима, тут спуститься можно. Ну давай, спустимся. Тут что-то даже написано. А написано... А, это люксовые номера, типа. Трункенер... Бадра... Драче... Даша, не читай, то это матюки будут. Все. Это что, выход? Такой, как борец, что ли, я не знаю. Странно. Это двери, как будто... из здания какого-то вырезали и влепили сюда. Вот, реально. Так, что такое, дальше не иду. Слышал, звук был? Да. Это кто-то, да? Во, здесь классно, да? Так уютно как-то. О, ты видел? Ого, видел. Вот это уже начинается... Тихо. Димас, беги! Они что, тут бегают, что ли? Димон, они не могут бегать. А ну-ка проверим. Поднимется он сюда или нет? А я не знаю, А он не идет. Видать, он... Че ты это? Давай я в это посмотрю, я несу. Давай. Ха, его нет, он засал. Он тут, короче, что-то бухал, наверное. Это название бара, короче. О, здесь кухня. Димон, арбузище будешь? Давай. Шмяк. Ой, ты видел? Да, это чё, сова? Ух ты! Димас, что это такое? Стартинг ап. Да ну ладно. Видел? Все, прошло. Это чё за фигня? Димон, иди ты вперед. А чё это за штуковины здесь бегают? Это какие-то скримаки мы ловим. О, это холодильник, тут холодно. Мороз по коже. Вау. Блин, прикольная карта. Ребята, если вам нравится эта карта, ставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал. Все ну хорошо что? Здесь. Так что дальше, да, будет вам... Дальше будет интереснее. Или вы окажетесь в этом поезде. Хотя поезд классный. Не подпишется, тот так раз и тут и окажется. Так, на второй этаж идем. Ну давай, уговорил. Хорошо. О, здесь смотри, прикольно. Куча бухлища. Опа, смотри, он ходит. Может, это сторож? Дима, смотри, они прям здесь карту знают. Сторож. Еще один. Куда вы идете, мужики? Мы здесь. Дай ему стулом по башке дам. Ну, давай. О, давай забаррикадирую их. Сейчас, Димончик, кидаем стулья. На тебе. А что они какие-то стрёмные? Ой. О, Димас, вот это я сильный. На, бей его. Он сейчас Стань. Умрет, Димон. А что ты, Димас, в шарфике заболел, что ли? Да. Что-то его Димончик не берет.
там, видать, такой это. Может, это. О, взяло. О, взяло. Куча и стульев. Давай что-то еще туда бросим. А ну-ка. А давай. О, как так-то? А чего они сгорают? Эй, ты! Это чикандрутая, пойдем. Это середина поезда, наверное, или еще нет? А это, я не знаю. Диман, давай направо пойдем. Говорится, направо пойдешь, что-то не найдешь. Так, давай. В смысле? Я же тут был. Два дурачка, привет. По кругу обошел, нормально. Да, мне нравится. Ох ты, Диман! Ты что ж так-то? Я не ожидал. Он там сидел за дверью. Ой, я на станции оказался, Димон. На какой станции? Это я тебя тэпнул, пойдем. Блин, ты совсем старый, Димон. Не, мне показалось, что как будто я сбоку поезда стою, и поезд мимо проезжает. Это ты поджигаешь? Ну, я думал, шашлык сейчас пожарим, давай. Давай, бросай кусок. Да не, Димон, это слабый стол, не выдержит шашлык. Да, что-то не очень. Так, идем дальше. Ну давай. Блин, все интереснее и интереснее. Там какой-то додик. А, это Голд Фредди. Блин, у меня теперь какие-то мутные фишки в глаз. О. Ой, нормально. Так, Димон, я возьму. Ах, о, ты говняш. Димас. Димасович. А вот где я был. О, там дальше прикольная штука будет на поезде. Так, сюда. Написано, Димон, приват контейнер. О, нам сюда, значит. Ой, открой дверь, Димас, а то я не могу. Этот стол мешает. Я стул так, взял. Тут приватный контейнер. И... А вот тут что? Непонятно что. Сюда можно еще, да? Ай, блин, тут еле пройти. О, тут кнопка, Дима, нажимать? Конечно, нажимай. Смотри, смотри. Ой, я зайду. А нет, давай открой заново, что ли. Давай. Она исчезла. Ну-ка, поехали. О, появилась. Давай. А мы теперь выйдем отсюда? Ой, что за звук? Прикольно, да? Необычно. Не, ХП не отбавляется, все в порядке. А может, она нас лечит, если бы у нас было мало ХП? Не, не лечит, Димас. У меня 85, так как и было, так и осталось. Ну-ка, давай, знаешь, что? Что такое? А что она с тобой делает? Я даже не знаю. Это типа, наверное, сейф, тут перевозить людей надо, понял? Понял. Типа, это особо опасный вид. Может быть. Перевозятся. Понял? О, тут какие-то оружие, кнопки. Оружие, бочки. Ой, там говно лежит. Пойдем. Так, ее наверх, да? Подожди, да, наверх. Да. Так, стул конченый мешает, говняный стул. Ладно, пойдем. Так, давай первый, а ты уже потом. О, тут лестница наверх. А мы здесь уже не были. Не были. Были. Это что? Это нас... умывальник. О, смотри, что нашел, какую штуку прикольную. А как тебя закрыть там? А все, я поехал, давай. Может, каждая штука для чего-то здесь придумана? Здесь можно в прятки играть, Дима. А, так понял? Мы здесь... Ладно, мы здесь были, идем. Блин, я же говорю, что-то это, знаешь, поезд-лабиринт. Да, да, да. Нам надо еще как-то вперед идти. Так, мы тут просто налево Во, начало поезда. Ух ты! Димон, мы его не весь прошли, там еще есть, короче, такая штука, где можно наверху прям поезд заходить. Так, а мы сейчас где? Наверху? Не, прям улица есть, нам сюда наверх. Вау. О! Воу, тут по крыше можно ходить. Давай свет хоть включим. Блин, я там кнопки не пожмякал. Да ладно. Не, давай попробуй кнопки пожмякать. Ну давай. Может, он разгонится? Ой. О, радио. Ай, блин. О, слушай! Классная музычка играет! Ладно, выключим. Подожди, я что-то не вижу музыку. А ты нажми на радио. Ну кого где? Прикольно, да? Да пойдет, пойдет. На тебя стулом по башке, да. О, что нажалось? А! Вот это она, что ли, штуковина эта? Ты че меня испугал, так можно обосраться? Ты нажал на кнопку. Здесь водятся аниматроники, правильно? Это мы точно знаем, которые пугают на нычку. Вадима, сзади тебя аниматроник, походу, сейчас сам... А он не достанет меня здесь. Ой, их надо попробовать поскидывать с крыши, что будет? На. Эй, ты чё? А я его ногой пинаю, понял? Оно не бегает, что-то. Сильный у меня удар был. Чё-то хочет бегать. Кто? Аниматроник этот.
Так потому что... Ой, побежал за тобой Димас! Кто? Аниматроник. А ну давай проверим, дверь откроет он или нет. Он какой-то странный. Он то бежит, то не бежит. Димас, он походу... Он телепортируется. Да ладно? Отвали! Смотри, Димас, у меня дверь закрыта. Она сзади резко появляется! Да что это за говно? Димас, а что делать будем? А! Блин, я так и знал! Не знал, честно, не знал, ладно. Блин, прикольный этот NPC-шка. Вот он. Ну давай. Ладно, на него не топтайся, он взорвется. Димончик, аккуратно. Аккуратно очень. Это очень такая опасная штука. Ребята, ну что, мы сейчас для вас взорвем этот поезд, потому что здесь обитают какие-то стрёмные. Ах ты дичь! Так я говорю, я сейчас ставлю. Вот это жесть! Ой, Димон, мой труп тащит за поездом. Да? Нитроглицерин. А, вижу. Ты Димас, я его поднимал, поднимал, он не взрывался, а потом... Не, его надо чуть-чуть подбросить, чуть-чуть. Давай, Димас, я сейчас весь поезд обставлю. Давай, давай. Ой-о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 й. Вот смотри, тройное нажатие пошло в дело. А что не работает тройное нажатие? Давай я помогу тебе. Ого. Давай двойное нажатие. Ну а чтобы он, главное, не отлетел, на кучу его не ставь. Ого, ты погнал там. О, что-то жахнуло, да, там? Ну там, да, тебе вдалеке жахнуло. Ну так, я Дима, ну что, делать взрыв? А ну давай. Ого, бум! Не, я вижу, что это спидермен какой-то. Бум! Вау! Хочу проверить, будет взрыв вместе с поездом ехать или стоять на карте? А, вместе с поездом едет. Все, я понял. Хитро, то что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!